Итак, друзья, всем физкульт привет. Я в Плея-де-Аре. Сегодня продолжается мое путешествие. Сегодня катаюсь по берегу. Получается, еду от Лорет-де-Мара до Розеса по берегу. Вот такие красивые места, ребята. И смотрите. Все, пойдемте прогуляемся. Телефон у меня почти заряженный. Я думаю, минут на 10-15 хватит. Вот мы шли с парковки. Так, ребята, одна русская речь прям. Интересно. Здесь прям так людно, Плея-де-Ара. Видите, сейчас солнышко вышло где-то, время около 3 часов дня. 4 сегодня у нас получается декабря. Зима. Вот видите, такая погода. Иду в кофточке. Днем тепло достаточно. Сейчас прогуляемся к берегу. Ну и не только. Как ни странно, сегодня магазинчики работают, продуктовые. Хотя я думаю, будет все закрыто. Ну, достаточно людно. Туристический город прям. Одни магазины на магазине. Шмотки видно только для туристов снова. Здесь какие-то известные личности живут. Кто-то мне сказал, что Хабенский. У Хабенского здесь апартаменты или вилла, не знаю. Вот мы уходим на центральную улицу. Сейчас немного пройдемся, а потом пойдем на пляж. Я Макдональдс этот помню.
Здоровый KFC. Вроде бы зима, а вот здесь парковку хотел день встать. Сегодня воскресенье, наверное, бесплатно везде. Парковку не найдешь, все забито. Народу много. Видите, куча народ зимовать уже приезжать стало. Это нормально. И пойдемте на побережье сходим, прогуляемся немного. Я здесь был в июне, жара была неимоверная, даже в июне. Что здесь творится в августе, я думаю, по всей Испании так, и вообще по всем южным странам. Летом лучше уезжать в горы. Вот уже видно море. Так, мы попробуем сегодня немножко на велосипеде проехать, то есть на самокате проехать. Тихонько. Опа. Вот, друзья, еду на самокате аккуратненько. Я еще как-то видел, ребята, молодежь ездит. По телефону разговаривают, одной рукой рулю, думаю. Как не боится, ведь упасть можно. Может, конечно, они мало весят, поэтому так проще. Почти на море. Ух, какая красота. И вот такая набережная Плай-де-Аро. Сегодня 4 декабря, зима. Такая вот зима в Испании. Солнышко, ветерочек дует. Даже вот надо кабешончик накинуть. Из-за ветерка чуть-чуть. А то что-то насколько их не проходит. Так отличненько.
Ой, симпатичный отельчик. Все закрыто. Видно, уже не работает. Хотя так симпатично выглядит. Очень даже. Так, я даже уже до конца набережной не пойду. Все. Друзья, всем, ребята, всем хорошего дня. Пока-пока. И еще будут следующие видео обзоры городков.